Не только оранжевый, но и другие чудесные оттенки оживают в детских рисунках. Весь год ребята учились работать с разными видами красок и смешивать их. Во время карантина активно занимались онлайн. Маленькая Оля – одна из самых юных художниц студии. Едва разглядев творческий талант, мама решила его развивать. Я сначала нарисовала сову. Называлась... «Ночь в лесу». «Ночь, да? в лесу». А вторая твоя картина? «Лебединое царство». Какая твоя любимая картина? Расскажи про нее. «Лебединое царство». Почему? Потому что там я разукрасила немножечко радужным. Мне нравится радужный цвет. В творческой студии занимаются ребята в возрасте от 4 до 12 лет. Знакомятся с полотнами великих художников разных стран. А впечатления и эмоции они стараются передать в своих рисунках. Итог творческой работы – выставка «Вокруг света». Здесь мы используем разные техники, в том числе работаем по воображению, работаем с аппликациями, с коллажом и так далее. Мы стараемся развивать ребят всесторонне, знакомимся с творчеством художников, путешествуем по разным странам, вот именно знакомимся с творчествами, с традициями, с историями этих стран. Поэтому на выставке представлено многообразие. Участие в выставке приняла и педагог ребят Анжелика Ермак. Картины маслом писала с натуры. Прямо среди камчатских пейзажей. Рисовать в условиях дикой природы очень необычно, делится художник. Это природный парк Налычево. Он находится в 52 километрах от Петропавловска-Камчатска. Это живой, настоящий парк, где водятся медведи. И мы даже встретили вот на самом первом прям пленэре, который мы вышли рисовать в Налычево, мы встретили медведя. Но при этом нам успел инструктор рассказать, как себя вести. Каждую работу своих подопечных Анжелика считает уникальной. Говорит, сама многому учится у ребят. Дети видят мир иначе, а холст и краски – инструменты для воплощения фантазий и чувств. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».